Всем привет, друзья, с вами Беркли, а в этом видео Grand Theft Auto 5 я покажу вам, как заменить полицейские автомобили. Данный пак полицейских машин собрал для вас именно я, и в этом паке я собрал самые интересные полицейские тачки, которые только можно было найти на сайтах LCPDFR, также на сайтах GTA 5 Mod. Надеюсь, что данное видео вам понравится и вы поддержите данный видос лайком и подпиской на канал, так как установка этого мода довольно-таки простая и она того стоит, чтобы ее установить. Также хотелось бы сказать, что данный мод, который мы сегодня с вами установим, он будет работать у вас вместе с LCPDFR модом, также и в обычном сюжетном режиме, то есть без установки SCPD-FR. Также в данном паке я собрал около 15 полицейских автомобилей, которые заменят стандартные полицейские тачки GTA 5. Ну и само собой, данные автомобили тестировались на наличие багов и так дальше. Также для вас я создал максимально простенькую установку данного мода. В этом паке вы увидите много чего, и если вам надоел обычный сюжетный режим GTA 5, с этим паком все изменится. Что ж, ребята, давайте перейдем к установке, но после установки данного мода я сделаю небольшой обзор данного мода. Ну и для того, чтобы установить данный мод, нам нужно сначала его скачать. Я закинул для вас ссылку в Google Диск, так как Яндекс.Диск или другие там диски могут не у всех работать, поэтому Google Диск, я думаю, что у всех заработает. Переходите по ссылке в описании, просто нажимайте здесь «Скачать» или нажимайте вот здесь вот «Скачать» на значок такой. И здесь нажимайте «Все равно скачать». Нажимаем «Все равно скачать», видим полицейских пак машин, весит он 283 мегабайта. Далее скачиваем программу Open4 для установки данных файлов, она нам тоже понадобится. Скачиваем ее с этого сайта, видим, пошла загрузка. Потом скачиваем Enhanced Native Trainer, я буду скачивать, потому что мне с ним удобнее. Если вам нравится другой трейнер для спавна автомобилей, вы можете скачать другой. Я ссылки также на трейнер оставлю в описании под этим видео. Также будут разные трейнеры, там меню и другие трейнеры, которые вы увидите тоже в описании. Там тоже будет инструкция, как их установить. Потом скачиваем Scriptook 5 и Scriptook 5.net. Scriptook 5.net я буду скачивать со 6 августа, потому что там более лучше, неважно какой, в ранних версиях, то есть более новых, там какое-то такое вот окошко спавна, и многим это не нравится, поэтому я скачиваю за 6 августа. Далее переходим в папку загрузки, открываем корневую папку из GTA 5, вот она у нас, и перекидываем сначала самые легкие файлы. Открываем Flash, Steam Library, Steam Maps Common, GTA 5. Вот она. Также этот мод будет работать у вас на всех версиях GTA 5, потому что я стараюсь показывать как бы для всех версий, но лично я устанавливаю для Steam, но будет работать у всех как бы. Далее устанавливаем скрипт-хуки туда, где ярлык нашей GTA-шки. Перебрасываем их сюда, .NET открываем, вот эти вот 4 файла. Если у вас больше файлов, то копируйте только 4 файла, то есть только вот до второго. Перебрасываем вот эти вот 4 файла, заменяю я, потому что он у меня уже есть. Потом обычный Scriptook 5. Отсюда копируем input 8DLL и копируем Scriptook 5DLL, тоже перебрасываем сюда. Я заменяю, потому что он у меня уже есть. Также нам нужно скопировать Enhanced Native Trainer, вот эти вот 3 файла. Перебрасываем тоже сюда. Если у вас другой трейнер, то также само туда, где ярлык наши GTA-шки, перебросьте файлы. И все. Вот эти вот 3 файла мы установили, можем их удалить. Далее давайте распакуем сам мод полицейский пак машин. Распакуем вот так вот, я распакую с помощью программы WinRAR. Вы ее тоже можете установить, она бесплатная. Закрываем наш архив и удаляем архив, который мы распаковали. Закрыли и отсюда открываем, вам нужно скопировать вот эту вот папку GTA, туда же, где и скрипт-хуки. Туда, где мы все ранее копировали, папку GTA. Перебрасываем вот эти вот все файлы вот так вот. Рекомендую с замены скопировать. Переходим к установке программы Open4. Нажимаем Over the Top. Папка GTA нам уже больше не нужна. Закрываем ее. Открыли Open4. Нажимаем русский. Продолжаем. Принимаем все условия. Продолжаем. Скачиваем 26 мегабайт файла. И запускаем нашу программу Open4. После того, как она создаст ярлык на рабочем столе. Ждем, пока она у нас установится. Ждем немножко и переходим к запуску. Открываем Open4 и здесь нажимаем Windows. И указываем путь к нашей GTA 5. Disk Dev, Flash, Steam Library, Steam Maps, Common, GTA 5 и выбор папки. Ну то есть можем зайти даже и выбор папки. И нажимаем продолжить. И еще раз нажимаем продолжить.
активируется наша программа, и я сейчас покажу вам, как установить полицейские машинки. После запуска Open4 нажимаем «Нет, спасибо», потом переходим, нажимаем «Редактирование», чтобы светилось синим, вот так вот, иначе вы не сможете скопировать мод. Далее переходим в «Инструменты», «AC Manager» и нажимаем здесь, чтобы было все установлено. Если что-то не установлено, нажмите «Установить», иначе мод работать тоже не будет. И нажимаем «Закрыть». Проверяем, светится ли редактирование, и переходим к установке нашего мода. Для этого переходим просто в Update папку x64 DLC Packs. Ну а здесь, ребята, внимательно, потому что здесь зависит правильность вашей установки. И нам, ребята, здесь нужно установить полицейские автомобили в Patch Day. Но какой именно? Мы будем устанавливать в последний, то есть в 22-й Patch Day. Если у вас нету 22-го Patch Day, устанавливайте последний, то есть, допустим, там 15-й, 16-й и так дальше. Ну, короче, в один из последних. На Steam есть 22-й Patch Day, на более старых версиях там других Patch Day'ев нет столько. У них там, допустим, 14 Patch Day'ев, вы устанавливаете последний. То есть вот так вот так же само заходите, Patch Day последний, DLC RPF, и копируете его в папку Mods. Ждем, пока скопируется, и переходим дальше. Видим, скопировалось, папку Mods, мы уже в папке Mods. Переходим в вкладку x64, Levels, GTA 5 и Vehicles RPF. И сюда копируем все наши автомобили. Полицейский пак машин заходим. Видите, здесь тоже есть путь указан, куда нам нужно скопировать это все. И вот так вот сейчас просто перебрасываем это все сюда. Выделяем понемногу, чтобы программа у нас не зависла. Я вот так вот буду это копировать, скопировал, и остальное вот так вот частями просто копирую туда. Так как файлы у нас довольно-таки увесистые. И перебрасываем сюда. Сейчас все у нас скопировалось, ребята. И можем это закрыть. И все, наш мод установлен. Также для тех, у кого в Patch Day последним нету вкладки, допустим, Levels GTA 5 Vehicles RPF. Если у вас такого нету, то вам нужно найти Patch Day, в котором такое будет. То есть найти вам нужно последний Patch Day, в котором будет Vehicles RPF. Ну и все, ребята, наш мод установлен, переходим к запуску нашей GTA-шки и протестируем наш мод. Ну и как вы видите, ребята, наша GTA успешно установилась, и смотрите, даже вот Франклин надел футболку, подпишись на канал, потому что он хочет и дальше участвовать в наших модах, чтобы мы делали дальше моды для GTA 5. Надеюсь, вы сделаете приятно и подпишитесь на канал не только для меня, а и для Франклина, потому что он тоже хочет участвовать в наших модах. Что ж, ребята, давайте я покажу вам, как заспавнить данные тачки полицейские. Ну, в принципе, здесь есть два способа найти эти тачки. Просто вы можете взять, допустим, любой автомобиль вот так вот и подъехать к полицейскому участку. И же второй способ, я покажу вам немножко позже, это же заспавнить с помощью данного трейнера, который мы устанавливали ранее. Это Enhanced Native Trainer. Что ж, ребята, давайте подъедем к полицейскому участку. Насколько я знаю, где-то он в этом райончике обитает. Давайте его попробуем найти и посмотрим, какие там тачки будут уже, ну, стоять как бы на парковке. Так как не секрет, что мы данный мод устанавливали с помощью замены. И по сути он должен был заменить все стандартные полицейские автомобили в GTA 5, а именно 15 штук, которые мы заменили. Так, полицейский участок где-то там дальше, давайте-ка подъедем. Уже недалеко осталось буквально таки. Так, ребята, и вот он, полицейский участок. Не знаю, какой номер этого полицейского участка, но все равно. Так, и давайте посмотрим на парковочку. Здесь пока что ничего не стоит, там никаких автомобилей нету. Ну и там, ребята, посмотрите, что там стоит. Вот какие тачки просто здесь стоят на парковке. Это просто жесть. Обязательно поставьте лайк за этот видос, потому что посмотрите, на каких полицейских тачках копы приехали и катаются в Лос-Сантосе. Да, конечно же, Лос-Сантос стал намного богаче, потому что копов финансируют нормально, да, ребята. Ну и как вы видите, как вы уже поняли, это Lamborghini Reventon, да, вот так вот называется эта ламба. Сейчас мы в нее сядем, и вот здесь вот рядом недавно только что припарковался Lexus у нас GS, как его там, 350, если я не ошибаюсь, да, вот такой вот у нас тоже крутой Lexus установился. Посмотрите, какие крутые тачки. Но это еще не все, самое крутое еще впереди. Что ж, ребята, давайте возьмем хотя бы одну, давайте-ка возьмем
эту ламбу, допустим, и протестируем ее. Так, садимся в Lamborghini. И то, что здесь я максимально старался подобрать автомобили, которые без багов, да. И порой иногда было очень трудно. Я надеюсь, вы уже подписались, потому что это того стоит. Давайте посмотрим изнутри, потому что у нас уже коп ловит. Так, у нас есть, наверное, звезда розыска. Почему-то она у меня не показывается. Ну все, мы ее убрали. Так, и вот такой вот у нас бортовой компьютер, да. Вот это у нас мигалки, там вы можете управлять ими. Ну и посмотрите, у нас здесь... тот спойлер, он даже, посмотри, как он высувается, да, вот работает. Мы тормозим, и он регулирует торможение и так дальше. Также еще хотелось бы сказать по поводу мигалок, как их включить. Включайте вы их на кнопку G, несколько раз нажмите, вот так вот они просто будут светиться. Вы можете даже вот выйти, вот так вот, и они будут работать. Это преимущество данных модов, которые я установил. Большинство данных автомобилей поддерживают данную функцию, которую мы установили, около 15 штук. Ну, двое или трое, там, по-моему, стандартно включаются мигалки, потому что сам мод был интересный, но он не поддерживал, к сожалению, ELS. Ну и как включить сами мигалки, вы можете нажать R, там удерживать, потом единичка, пятерка. Я уже показывал это, когда мы устанавливали гелик с мигалками, я там подробнее все показал. Но все равно давайте еще раз покажу вам, как это все включается. Мы нажали на G, да, вот, чтобы включить мигалки, просто нажимайте вторую. G — это русская буква P. И они включаются, собственно говоря. И сейчас вы можете регулировать это, нажимая на цифры. То есть цифры — это меняется у нас звук такой, вот видите. Ну и так вот они включаются, да, интересно. Выключить тоже нажимаете G. Чтобы регулировать вот это вот свет мигалок, можете несколько раз нажимать на букву O русскую или G вот английскую. Ну и самое главное, как они выглядят ночью, да? Вот давайте посмотрим. Очень интересно. Включим сейчас время ночное. Вот смотрите, это ночь. Ну, в принципе, так себе. У меня просто такая графика. Если вы устанавливали Redux, ну, на Redux это будет выглядеть еще круче. У меня просто такая реалистичная графика. Ну, видите, все равно они светятся нормально вот ночью, да. Очень интересно. Да и тоже от мода зависит и от самих мигалок, какие они, да. Ну и, собственно говоря, что хотелось бы еще сказать, что данный мод у вас будет работать не только в сюжетке, туда, где я сейчас зашел, а будет работать он у вас и в моде LCPDFR. То есть это абсолютно можете спокойно себе устанавливать в LCPDFR таким же способом и сможете проходить миссии копа на таких вот крутых тачках. Очень интересный мод, ребята. Что ж, давайте посмотрим остальные моды. Остальные я буду спавнить с помощью трейнера. Просто нажимаю F4 для запуска трейнера, управление нумпадом. Я также оставлю ссылки в описании на другие трейнеры. В них тоже по такому же принципу вы можете заспавнить данные автомобили. То есть Vehicles переходите, Vehicles Spawner. Я заменил только Emergency, Military я не заменял. Но еще я не заменял вот эти вот снеговые тачки, да, вот этот, как его, где он? Вот Ranger этот снеговой и Police Albany Road Cruiser. Снова, потому что они их используют в прологе, и чтобы не было багов, я их не заменял. Ну а остальные это не важно, да, вот остальные вы можете заменять там на любые. И давайте заспавним следующий автомобиль, амбуланс. Это у нас вот такая вот скорая помощь крутая, очень интересная. Здесь тоже ELC присутствует. Вот это у нас Ford, по-моему, Sport Dude, или как он там называется, Ford... Ну, здесь, короче, я не знаю, какая фирма этого Форда. Давайте посмотрим все же, чтобы не быть голословным. Так, вот здесь написано Super Duty. Super Duty. Вот так называется данный Форд. Покажу вам уже все тачки, которые мы установили. Ну, и здесь также само регулируются мигалки. Да, вот видите, вот, вот таким же способом. Ну, днем они так себе. Давайте включим опять-таки ночь, чтобы показать вам, как это все ночью. Очень интересно, вот видите, вот, ну, можете еще включить, регулировать клавишей G, и вот так вот они светятся. Позже я постараюсь уже показать, ну, сегодня же в этом же видосе попробую вызвать копов там,
и посмотрим, будут ли баги или нет. Но я тестировал данный мод, просто вам продемонстрирую, что багов в этом моде нету. Ну, как таковых, серьезных, да. Давайте, как вы видите, такой крутой автомобиль скорой помощи будет уже приезжать по вызовам и так дальше. С этим мы разобрались, давайте следующий заспавним. Вот у нас следующий автомобиль Bravada Buffalo, то есть FIP, заспавнили его. И это у нас такой Dodge Ram. Я установил Dodge Ram, потому что в основном федералы в Штатах ездят на таких вот тачках. Ну и в основном они заменяются такими. Не нашел я вот нормальный автомобиль, который бы заменил фибовскую тачку. Но это тоже весьма неплохой. Здесь тоже присутствует ELS. Вы можете регулировать это все. Мигалки и так дальше. Сигналить и тому подобное. Как видите, багов не сильно багов нету. Ну, серьезно, таких багов нету. Я имею в виду то, что автомобиль не переворачивается, как, ну, как обычно это бывает с заменой автомобиля. Ну, он, видите, стабильно держится на дороге, даже при большой скорости. Что ж, давайте не будем терять время и заспавним следующий. А следующий у нас, немножко нас перекинуло, но ничего. Следующий у нас вот такой вот броневик Blaine County. Называется Шериф. Ну, это место стандартного этого броневика. Я показываю в этом трейлере, потому что здесь есть картинки предыдущих моделей, которые мы заменили, чтобы вам было легче это, ну, воспринимать, как говорится, и так дальше. Здесь тоже присутствует ELS мод, ну, то есть на мигалке это все светится, как видите, интересно. Повторюсь, VLCPD FR будет гораздо круче выглядеть. Я позже сделаю уже отдельный обзор VLCPD FR с данным модом. Но вы можете сами его установить в LCPD FR и посмотреть. Что ж, довольно-таки интересный этот автомобиль, броневик. Посмотрите, вот так вот он просто с легкостью толкает любой автомобиль. Ну и, конечно же, он довольно-таки тяжелый, и в управлении я буквально это ощущаю сквозь клавиши. Да, вот тяжело им управлять буквально-таки. Посмотрите, вот я повернул, и он только позже уже поворачивает. Интересно, такой вот, ну, посмотрите, вот действительно очень сильный. Ну, это такой штурмовой броневик для спецназа и так дальше. Что ж, давайте заспавним дальше. Дальше у нас идет автомобиль G65 AMG, который показывал ранее. Вы можете увидеть меня на канале. Но здесь есть одно но. То, чтобы ставить вот такую вот мигалочку, да. Ну, еще поставил русские номера здесь, вот такие вот. Ну, чтобы ставить мигалку и чтобы она у вас светилась, вам нужно ремонтить модификации. Просто заходите в трейнере или же в любом трейнере, нажимаете Modification Remove All Upgrades. И видите, наша мигалка вернулась обратно. Это происходит из-за того, что там тонировка. То есть мы тонировку убираем, и мигалка у нас начинает вот так вот светиться. Мы можем ее включать и так дальше. Ну, обзор есть на этого гелика у меня отдельный на канале, так что можете посмотреть. Тоже он, ну, баг один только здесь баг, это то, что тонировка. Вот видите, тонировку ставим, и мигалка тоже тонируется. Вот такой вот один баг. Все остальное более-менее нормально работает. Вот спидометр тоже все нормально работает и так дальше. Зеркала даже работают и тому подобное. Как видите, моды довольно-таки качественные. Ну и давайте заспавним следующий автомобиль. Я не заменял этот спасатель, потому что на него тоже нету таких вот нормальных, как бы говоря, модификаций на спасатели, поэтому я его тоже пропустил. Я заменил The Clays Park Ranger. Заменил я его на вот такой вот крутой Wrangler. Да, ребята, очень крутой Wrangler. Он довольно-таки много собрал там скачиваний на сайте LCPD FR, с которого я его тоже устанавливал. И я надеюсь, он вам тоже понравится. И здесь просмотров в этом видосе будет не меньше. Так, тоже здесь мигалки работают, ELS. Видите, вот все работает. Интересно, вот так вот. Очень все круто здесь тоже работает. Давайте покажу вам от первого лица тоже вот. Такой вот, как будто какой-то Hummer, да, вот. Внутри стрелка тоже работает, все. Здесь компьютер стоит. Ну и так дальше. Вот такой вот крутой Wrangler. Очень мне нравится, конечно же. Ну и давайте сразу же заценим проходимость. А ну-ка,
чтобы не быть голословным, что он такой крутой. Вот посмотрите, как он, ребята, едет с легкостью, заезжает сюда, да, полный привод, как ни крути, и с легкостью он заехал. Что ж, давайте заспавним следующий. Ну, как бы, смотрите, насколько он массивный. Скажу так, что дорогу он занимает неплохо. И для шерифа этот автомобиль в самый раз на такую вот местность сельскую, конечно же, будет круто. Ну и думаю, что даже шериф в этой GTA 5 заценит этот автомобиль. Что ж, давайте спавним следующий. А следующий у нас, этот мы пропустили, следующий у нас Police Transporter. Вот этот вот, тоже с мигалками, все там работает. Я бы, конечно, здесь поставил какого-то Vito Mercedes, да, Т5-го, этого буса Volkswagen. Но я поставил Chevrolet, потому что это, как ни крути, это Los Santos, ребята. И все же Chevrolet более часто используют полиции, вот, ну, в Штатах самих. И, как видите, ребята, мод довольно-таки интересный и качественный. Ну, от первого лица еще посмотрим, но здесь один баг — это то, что, ну, зеркала как бы не работают и спидометр. Ну, это такой не сильный баг, такой вот, но он валит, ребята. И главное то, что он как бы не переворачивается. Вот мы его установили с помощью замены, и он как бы нормально держится дороги и так дальше. Вот попробуйте как-то его перевернуть, но у вас не получится. Тоже здесь все работает, мигалочки и так дальше. Все здесь тоже нормально работает. Ну и следующий автомобиль — это у нас шериф, тоже Хаммер. Вот у нас теперь на таком Хаммере будут ездить шерифы, там спецназ в Сэнди Шорс и так дальше. Массивный Хаммер, просто посмотрите, зацените мессу вот с GTA-шки и Хаммера этого, насколько он огромный. Действительно огромный Хаммер, ребята, и это заслуживает вашего лайка и подписки на канал. Также здесь включается тоже ELS мод, видите, вот так вот. Все работает, как бы, мигалки там, все нормально работает. Ну, ночью я уже переключаться не буду, чтобы это все показать, вы можете это уже сделать сами. Ну, давайте заценим, как он валит. И от первого лица, вот, тоже все работает, кроме спидометра, конечно. И даже вот компьютер вот здесь работает, такой панорама, здесь все есть. Так, и ну-ка давайте-ка проверим его на краш-тест. Все нормально, короче, нормальный такой, ребята, Хаммер у нас установился тоже. Я думаю, это тоже довольно таки интересный мод, он набрал там на сайте LCPDFR много скачиваний, просмотров. И довольно-таки круто. Я его тоже установил в GTA 5. Это H2 Hammer. Ну, он как бы сильнее. И за H3 он как бы сильнее. Что ж, давайте посмотрим дальше, какие у нас автомобили еще есть. А дальше у нас есть здесь еще Fire Truck. То есть мод на, то есть на пожарную машинку. Меня там просили в комментариях, но я потом уже сделаю миссии на пожарника и так дальше. Ну вот машинку мы уже установили, тоже здесь есть ELS мигалки, вот такие вот, ребята, можете включать их, выключать и так дальше, тихо включать и тому подобное. В принципе, здесь номера здесь английские, да, вот, потому что на RUGTA 5 mods в основном разработчики модов англичане, и, ну, и на сайте LCPDFR в основном англичане сидят. Там большинство аудитории, ну, с Англии. Ну и поэтому там я не нашел такого вот, как бы, американского трака, этого Мерса и так дальше. Вот. Но зато же руль здесь с левой стороны, хотя бы с правой не поставили его. Это радует. Ну и как видите, ребята, я включил мигалки по-тихому. То есть они сейчас работают, но тихо. То есть просто светятся, и даже вот автомобили останавливаются. Как видите, они работают, то есть нет никаких там багов и тому подобное. Видите, можете вот так вот кататься, тоже таких серьезных багов нету при езде и так дальше. Ну, я уже сильно в этом тоже углубляться не буду, давайте заспавним следующий автомобиль. А следующий автомобиль у нас, ну, БТР я не заменял, а следующий у нас Prison Bus, вот такой. Это как бы, да, вот Prison, это мод на тюрьму, можете устанавливать, тоже у меня есть видео на канале, и с ним играться.
таким вот Prison Bus'ом желтым, очень крутой, тоже мне понравился, и я его тоже поставил. Ну, как ни крути, это вот тоже полицейская, как бы тачка, да. Ну, уже как бы отделение тюрьмы и тому подобное. Что ж, едем дальше. И дальше у нас, ну, это вот уже не заменяется, это какое-то обрабление, Doomsday, Haste, танк я потом уже заменю. Это все зависит от вас, ребята. Чтобы заменить военный транспорт, я уже покажу в следующих видео. Ну и сейчас самое интересное, это обычные полицейские тачки. Вот у нас заменяет Буффало Бравада вот такой вот крутой Бугатти Чирон. Ну, как видите, уже поехали там ламбы шерифа. Это вот уже небольшой спойлер, что будет дальше. Погоня такая небольшая. Ладно, ребята, вот и здесь мигалки включаются на клавишу E. И самое главное, что здесь включается спойлер. То есть езду и регулируется. Тоже тормозим, и он регулируется. Все нормально тоже работает. И очень интересно, главное. От первого лица вот так вот, разве что, потому что, ну, Bugatti это такой автомобиль слишком низкий, а Франклин у нас большой. И он не вмещается. Ну и такой вот у нас Bugatti. Он валит довольно-таки неплохо, я вам скажу. Вот посмотрите, как он валит просто. Довольно-таки неплохо и интересно. Ну что ж, давайте спавним дальше. Покажу уже все автомобили, которые мы устанавливали. Самое главное показать здесь физику, да? Ну, физика здесь работает. Потом следующий автомобиль, обычный этот мы уже смотрели. Это у нас Lamborghini Reventon. Заменяет вот эту вот полицейскую тачку, которую вы видите сейчас на экране. Ну и следующий. Давайте посмотрим. Вот у нас такой вот автомобиль полицейский. Заменяйте его тоже как бы подобно ему. Lexus GS350. Вот такой вот крутой Lexus. Внутри у него тоже интересная приборка. Спидометр работает. Красный салон. Красная кожа, панорама. Там все как бы нормально. Мигалки, задние стекла. И очень интересно, этот Lexus мне очень тоже понравился. Здесь тоже присутствует этот ELS. Вы можете включать вот так вот мигалки. Но здесь один баг, это то, что здесь вот эта вот фара, когда вы включаете мигалки, она тоже, ну, мигает, да. Ну, вы можете ее убрать вот так вот, просто убрать ее. Но мод, ребята, тоже интересный на этого Lexus. Довольно-таки самый популярный с таких вот легковушек, которые я там видел на сайте LCPDFR, тоже я его установил. Ну, такой вот собрал пах самых популярных тачек. Мониторил долго я сайты модов, чтобы устанавливать и найти автомобили годные, там, полицейские, и наконец-то их установил. Что ж, давайте двигаемся дальше. И дальше у нас, ну, собственно говоря, вы уже видели, тачка шерифа, это у нас Lamborghini Aventador. Круто, здесь открываются двери, вот так вот, как, ну, Lamborghini, это же есть Lamborghini двери, это Lambo двери прежде всего. Ну, здесь тоже мигалки включаются как бы стандартно, вот так вот. E нажимаете, и все работает. Ну, такая вот Lambo шерифа, очень крутая, тоже можете изменять там цвет, если вам не нравится, в трейлере и тому подобное. Ну, самое главное, что посмотрите, как там в салоне круто, Lamborghini. Ну, я с таким вот модом, конечно же, преступность в Sandy Shores повысится, а не понизится. Но хотя работа будет для шерифов. Вот такой вот крутой Lamborghini Aventador для шерифа. Ну, вы видели, уже там погоня была там с этой ламбой. Шериф уже за кем-то поехал. Но такая вот крутая у нас, ребята, ламба. Управление нормальное, нет никаких там багов. Ну и так дальше. Что ж, спавним дальше. Ну и предпоследний автомобиль. Вернее, последний из автомобилей. Это у нас вот такой вот Mercedes Caban 600. Тоже довольно-таки интересный экземпляр. С кенгурятником для штурма. Здесь присутствует ELS мод. То есть вы можете мигалки включать по-тихому, вот так вот, чтобы они вам не мешали. Ну и то, что здесь управление, конечно же, сложноватое, потому что это все-таки V12, и их делали довольно-таки давно. И он довольно-таки увесистый, я вам скажу. То есть управление тоже ощущается, и, ну, как бы тяжеловато им управлять. Если честно, вот, ну, как видите, вот как он рулится, ну, так себе. Ну, Mercedes это есть Mercedes, там всегда было такое, что, ну, Mercedes, он, по сути, этот
по своей сути тяжелый, но дрифтит, зато дрифтит. Ну и внутри тоже спидометр у нас не работает, зато задние стекла работают, вернее задние зеркала. Ну и так вот он выглядит внутри, ребята. Ну и буквально таки последний мод, это мод на полицейский мотоцикл. Здесь это марка у нас BMW 1200RR, если я не ошибаюсь, если я не забыл, конечно. Ну точно BMW, но какой именно, я не помню. 1200RR, по-моему. Но тоже довольно-таки интересный экземпляр для шерифа особенно. И очень мне нравится здесь вот это вот вид от первого лица. Я когда установил этот мод, вернее, когда его тестировал, я катался с ним несколько, ну, вернее, несколько минут, где-то полчаса или час даже. Я вот так вот просто ездил. Очень интересно было просто на таком мотоцикле прокататься, там, Sandy Shores и так дальше. Спидометр работает, все здесь нормально. Ну и этот мод тоже у нас ELS, то есть видите, здесь мигалки регулируются, вот так вот можете их по-тихому врубить, и они у нас работают. Особенно круто вот так вот брать и вставать на дыбы, вот так вот, просто посмотрите, круто кататься вот так вот на таком полицейском мотоцикле. Что ж, ребята, давайте еще напоследок, уже видео, наверное, уже затянулось слишком долго, но хотел уже вам показать всю суть этих тачек полицейских. Ну и напоследок давайте сделаем себе 5 звезд и посмотрим, кто же приедет нас ловить. Так, заходим в плеер и вводим себе здесь 5 звезд. И ждем сейчас полицию. Ну и посмотрим, кто же приедет, какие автомобили приедут и посмотрим, будут ли баги или нет. Ждем полицию, я уже слышу какие-то сирены. И полиция уже у пути, вот они, кстати, походу едут уже. Там Авентадор какой-то едет, да? Шериф на Авентадоре, вернее. Вот он, ребята, шериф на Авентадоре подъехал. Вот еще один. Посмотрите, что они вытворяют, ребята, на Авентадорах. Тупо на понтах приехали. И вот на камерах приезжают у нас ОМОНовцы. То есть по стандарту это будет СВАТ-спецназовцы. Вот на камере тоже приезжают они. Вот еще один хаммер. И так дальше. В Лос-Антосе у вас будут вместо хаммеров ездить эти вот грейндвагены с мигалками. Ну и вот такой вот, ребята, мод. Как видите, все работает и так дальше. Я уже выключил копов. Так, ну и по поводу вертолета. Вертолет я оставил каким и был. Вот видите, он такой, как раньше. Потому что, ну, есть возможность установить полицейский вертолет, но... Если вы его установите, то есть я тестировал это все на баге, и там баг в том, что он приезжал и сразу же улетал. Ну то есть в нем был только один пассажир, как сейчас вот ОМОНовец в хаммере. Когда в вертолете один пассажир, он сразу же улетает назад, поэтому я его не устанавливал. Но если вам это видео понравится, вы наберете здесь много лайков, я тоже сделаю замену вертолетов и так дальше. Ну, стандартных вертолетов пак отдельный. Ну и по сути для этого мода было много потрачено времени, чтобы его установить, чтобы найти качественные моды. Ну, как бы разработчиков этих модов являюсь, конечно же, не я, но я просто их собрал в один такой крутой пак, чтобы вы могли их тоже установить. Ну и спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось это видео. Ну и до свидания, всего хорошего.